Следственной службы Управления ФСБ России по городу Санкт-Петербургу Ленинградской области расследуется уголовное дело по факту осуществления членами религиозной группы Саентологическая церковь Санкт-Петербурга действий, направленных на организацию деятельности экстремистского сообщества, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства, а также незаконной предпринимательской деятельности. В ходе расследования уголовного дела 28 марта 2018 года сотрудниками управления в помещениях, используемых функционерами религиозной группы Саентологическая церковь Санкт-Петербурга, проводятся обыски, направленные на обнаружение дополнительных предметов и документов, подтверждающих преступный характер деятельности указанной религиозной группы. Расследование уголовного дела продолжается.